Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с началом новой седьмой смены в Артеке. Вы уже знаете, что Артек создавался с 1925 года. И с тех пор он создавался как международный лагерь, куда приезжали дети не только из бывшего Советского Союза, из всех республик бывшего Советского Союза, но и из-за границы. И сегодня возрождающийся Артек, он переживал недавно достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается, и возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному, учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Артек многому дает, многое дает. Он учит жить, он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание артековец, дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь. Поздравляю вас!